Радар. Ограничение скорости. 50 километров в час. Внимание! Снижайте скорость. Пост ДПС. Ограничение скорости. 50 километров в час. Надо экономить свет. Мы отсюда, когда я строился, я там, мы все пилили с мамой бревны, блин. Ну да. Брезент брали. Две штуки спилю, блин, таких метров по 4, блин. Брезент замотаем, туда закинем, блин. Сосны, сосны. Один раз это там машина встала, я побоялся, я даже не стал их брать. Она стоит, смотрит, и думаю, сейчас штрафанут, блин. Ну да, думаю, что-то смотрит. Ну я бросил, думаю, да ну и нахрен. А мы как бы, я еду, пилю, там вот так поставлю. Да никто не звонил, просто может быть, просто кто-нибудь в туалет, а я подумал, что это. Ну да. А здесь вот этой дороги не было. Была там только та дорога. Здесь песок был, ее не, она была недостроена. А там было не асфальт, а бетонка была. Я пойду там спилю, так наклонно поставлю. Ну, сукостой здесь, не сырые. Потом еду, возможно, раза два так брал, а третий раз не получилось взять. Вот так машина там стала, блин. Думаю, что она стоит. Обратно забрали, не и разрешили. Продается, и не знаю, вот показывают по телевизору. Обратились они в главу администрации Пушкинского района. Как же так вот он может распродавать? Он говорит, он имеет вот право распоряжаться своим участком как хочет, понимаешь? Мало того, что отдали вот эти пахотные какие-то земли, которые не предназначаются для строительства. Диапазон Кей. Ну правильно, выкупил и все.